Всем привет, с вами канал Alex Games, и это Bloodborne. Так, мы продолжаем. В прошлой серии мы убили... Да хера кого убили, короче, и чудовище Кровоглота, и Викария Амелию. Что-то я хотел... Подождите, я забыл сделать что-то. В общем, убили Кровоглота, Амелию, и у нас теперь есть открытый путь. Вверх и в лес. Но только куда идти, я не знаю. Пойдемте сначала вверх. Ой, что-то увидел. Сразу секретик. Я думаю, ничего там особо секретного не будет. Скорее всего, это та... Я в душе не ебу, что это. Я думал, это... О! Так, а что это? Подожди секунду. А, увеличивать максимум ртутных пуль. То есть понятно, ничего страшного, ничего, блядь, интересного. Понятно. И все? Я извиняюсь, блядь. Извиняйте, пожалуйста. А чё, как, куда? Не умру? Ну, не умер, уже хорошо. Надо, кстати, попробовать посланникам отдать всякую хуйню, которую они мне дают. Ой, подожди, я не понял. Это то же самое? А, ну да. Я думал, может, еще один секрет, но это будет совсем уже. Все, спасибо. Блять! Я забыл про этого деда, я помню точно, он был всегда причем. А, нет. Ну да, мы сейчас не войдем, по-моему. На самый верх. А пойдем вниз. Во, это вот интересно, только... Я забыл где-то использовать. Максимальный объем пузырьков крови. Это очень полезная вещь. Мастерская церковь исцеления. Так, догнали нахуй. Зачем мы это сделали? А зачем мы это сделали, не знаю я. Ой. А, блять, ёб твою мать. Самое обидное, что... Секунду. У меня нет жизни. Если я буду падать и тратить все, я, скорее всего, помру. Блять, не скорее всего, так и будет, в смысле. А еще, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, можно войти вон в ту дверь.
Я не помню как. Блядь, ну я, скорее всего, сдохну. Да, ладно. Тут дверь мы пойдем в следующий раз. Блять. Ну хорошо, хоть пока жизни у нас еще чуть-чуть есть. Нет, я не долечу. Ну, получается, я упаду, и я сдохну. Ёбаный, потрёпанный. И что дальше? Все? А чё же мне сделать-то? Не, нихера. Ну это не вариант. Не вариант, не вариант. Надо жизни поболе. Пиздец, конечно. Ну. Очень, очень прям нехорошо получилось. Сейчас не будем как-то падать, сходим повыше. И пузырьки покупать-то не на что, блядь. 500 рублей одна штука стоит. Ну или пусть не рублей. Что, дед? О, два пузырька сразу. Один пузырек просрал, блядь. Куда? Куда, блядь? Ты чё? Верните. Ладно, еще один пузырек есть. Неплохо, неплохо идем. Очень страшно, блядь, с двумя пузырьками крови, блядь, и... Ёб твою мать. Блять! Вот херня, нихера он появился. Урод. Сука, он напугал меня, блядь.
Я не знаю, упало что-нибудь с них, нет? Если упало, надо подбирать. Что, все, что? И у меня уже 4 пузырька. Это очень хорошо. Так, вход. Ага, холодная кровь или какая-то, блядь. Небо и космос едины, хор. Ну, не знаю, не буду спорить, конечно. Пусть будет по-вашему. Единый так единый, ёпт, поймать. Автоматчик, блядь. Огнемётчик, ёпт, пиздец. Всё, дедуля, отъездился, блядь. И ты тоже. Спасибо. Значок охотника сияющий. И даже ничего нету. Ладно. Заперто, так заперто. Я не особо-то и настаиваю. У нас есть дорога пока что. И пока что это дорога вниз. Получается, до хера путей. Так, секунду. И вниз, и в лес. И еще дверь, которая откроется когда-нибудь. Видишь, аккуратненько, аккуратненько, хорошо пропрыгали. Ладно, предлагаю что? Как улицу предлагать? Туда я явно убьюсь. Там, блядь, дверь. Не убился. Еще одну. Есть. Пошли. Я, правда, не помню, что здесь будет вообще. Здесь, по-моему, ничего не будет. А, нет, что-то будет здесь. То ли заколка, то ли что для куклы. И сундучок. Ой, блядь, как охуенно. Мне прям... Нет, так нет. Кость старого охотника. Ну-ка. Ускоряет перекаты и шаг. Говорят, он был учеником старого Германа и практиковал искусство ускорения техник... Ускорение. Технику, которой славились первые охотники. Очень даже уместно, что охотники, носители факела, которые во сне набираются сил, насмехаются над пережитками древнего искусства. Нет, я, конечно, понимаю, но ускоряет. Куда ее, блядь, применять?
Брошенная кукла. Одна треть пуповины, я вообще не знаю, для чего это. Украшение для волос. Это вот кукольная хуйня. И, по-моему, это все здесь. Да. Сейчас сразу отдадим. Просто с этой двери, по-моему, не выйдешь нормально. Если я прыгнул бы еще ниже, я, по-моему, помер. Слишком высоко там. Вот, вот, вот. What? Что? Что это? Я не могу вспомнить ничего, лишь я чувствую тоску. Я никогда раньше не чувствовал такого. Что со мной? Скажи, охотник, это радость? Спасибо, конечно. До хера предметов. А, используйте, чтобы получить каплевидный самоцвет. Ага. Ой, а что это значит? А. Так, секунду. А здесь тогда что? Кровавый самоцвет. Сейчас разберемся. А, да не, подожди, нечего расслаблять. Ты что? Отсидись, блядь, отсидись. А что сидите здесь? А. Это хуйня. Так, ну-ка. Ёбаный рот, короче. Дрянь просто бесполезная, ну. Улучшает то какую-то специальную атаку, но непонятно, что за атака это. Хуй поймешь. Херня всякая, короче, так. А если сюда? То хоть так, вот, нормально. Блять, нельзя и нельзя. А, еще рано тоже чинить. Ладно, что, купим хоть этих, что ли? А, во-первых. А я... Я не могу понять, кому придать предметы. Вон там, по-моему, еще были посланники какие-то. Может, им? Да. Я передавал эту хуйню, чё? И чё это значит? Я думал, может, какой-то этот, как это сказать, блядь, какой-то, что ли, какую-то скидку дадут мне, может, так думал. Так, а мне надо, блядь, куда мне надо? А, ну да. Чё это я? Чё это я забылся? Чаёчек вкусненький у меня стоит.
Мы, кстати, в прошлой серии не только завалили двух боссов, я только сейчас вспомнил. Но еще и двух мини-боссов этих маленьких. Таких, блядь, один с Танитрусом этих каким-то этим. Танитрус, который, блядь, электрический. И другой тоже. Жесткий, блядь, со штыком. Поехали, поехали. Надо полазить там еще. Блять, мало-мало пузырьков крови сюда. Я тебе дашь, нет? Нифига себе. Уходи. Чё, блядь, лох? Ладно, не... подожди секунду. Показалось. Блядь, ну чё ж ты будешь делать, нахера? Все, давайте дальше. Главное не торопиться. Ладно, ништяк. Заебали, блядь. Все как говно дают. Ага. Так, и... Блядь, придется съесть. Блядь, ты что, проснулся? Смысл? Да ёб твою мать, ты что делаешь? Оставь покоя меня, блядь. Охерел вообще. Вот говно. Давай, давай. Навоебывался, блядь. Тупо. Все? Я что-то перепутал или он что-то дал мне? О, нихера, тихо, 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 тихо. Использовать. Я что-то, блядь, не заметил. Мне что-то дал, нет. По-моему, нихера. А, вот. По-моему, вот это. Да, только зачем, не знаю. Выход-то есть?
Конечно, есть, я же знаю, что есть. И опять у меня нет жизней. Чего, блядь? Понятно. Не хотите безопасное место? Не надо. Блять. Там кто стоял, но я пока что-то опасаюсь. Там хер с мешком, он очень-очень такой резвый. О, да. Еще разок прокатимся. Ну, вроде ничего не было. На всякий случай, чтобы это, исключить возможность проеба тайных дверей. Так, короче говоря, мы с вами, по-моему, нашли последнюю вещь, которая была. Пойдут подальше. Блять, пошли подальше, называется. Ёб твою мать. Какого хера? Надо было так близко не подходить. Вернемся, блядь. Секундочку, секундулечку. Ай, блядь, вернулись, сука, точно. Может, в тюрьму сейчас пойдем из этого хуя. Как я забыл, если он тебя убьет, блядь, он тебя заберет в тюрьму какую-то непонятную. Ну. И выход из нее я, к сожалению, тоже не помню что-то. Ладно, чё мы? Как-нибудь. Я аргул. Как добры наши эти похитители, что оставили нам оружие. Чё-чё-чё? Безумцы без продыха вершат тайные ритуалы, пытаясь притянуть луну. Раскрой их секрет. Вы раскройте мне секрет, где я? Так, вниз дорога. Наверх дорога. Пойдем вниз сначала. А, помню, да.
Сидит там женщина. Пожалуйста, оставьте меня. Не забирайте меня, пожалуйста. О, пожалуйста, славные боги. А я что-то не понял. Мне же, по-моему, можно было ее спасти. Или нет? Ну нет, так нет. А ты тварь. Блять, поймала. Каким хером? Да хватит, блядь, слышь. Дай встать-то. Да ты что, издеваешься? Что за хуйня? Ладно. Вот такие вы, суки, значит, да? Суки вонючие. Блять, уродка, да. Да ты чё, блять, я не понял, как ты меня поймала, да, опять. Ой, твари. Сейчас, да. Второй раз такая не пойдет, блять. Но меня до сих пор напрягает, что у меня нет жизней. Понятно. Ой-ой-ой, подожди. О, нет, спасибо. Ой-ой-ой, что-то они какие-то жирные, слишком сальные. Ёбаный потрёбанный. Ладно, еще раз. Не помню, чтобы их двое было, блядь. С одним таки расправишься. Ну ладно, ладно, сейчас мы все равно нам острячимся. Еще наверх, конечно, дорога есть, но мы, блядь, сначала внизу разведаем. Да ты, сука, тварь! Ты, блядь, бесишь меня. Какого хера вообще? Yeah!
Падлы такие, а. О, подожди, чё, нихера ты быстрый. Да ты чё, блядь, я не понял. Давай, давай, бей. Какого хуя? Это невозможно, блядь. Ты ж всего один. Все, надо поспокойнее, короче, с ним это. Не лезь на рожон. Успокоимся, успокоимся и всех замочим. А то я не сбегу никогда отсюда. Неужели не схватило меня для первого раза? Да ёб твою мать, какого хуя? Только один нужен, один. Уже не такая крутая. Ой, Да все равно после достает, сука. Вот тварь. Давай мы, блядь, вот так воспользуемся. Воспользуемся этой возможностью. Хотя он и так может нахлестать неплохо. Ой. Вообще прям в лед. Хотя когда он на меня побежал, я прям сикнул. И что вы здесь делали? А, подожди. Нет, туда мы сейчас не пойдем. Там собака эта, блядь, электрическая, босс, который нам сейчас пока не нужен, мы еще не обходили ничего здесь. Я вот убил этих двоих, я интересно, сейчас девка пойдет с
спасаться, нет? Мне, по-моему, блядь... Так, я правильно иду? Мне казалось, что она должна пойти в эту часовню. Вот. Давай, давай. Ну? Ничего не пойму. Ну-ка. Ну чё? Ну ладно, пока не буду. Странно, конечно. Чё это она? Я ей предлагаю спасение. Так, ну пойдем дальше. Так. Ой, блядь. Ой. Да вот это, блядь, что такое? Что это он делает? Походу опять. Ой, блядь. Он сюда не может войти, ладно. Мы его поэтому и убьем. Тем более, что пока они для меня, сука, жирные пиздец. Как я увидел костер. Спасибочки. Давай, давай. Я все равно машку накидаю сейчас. Да ёб твою мать, каким образом? Ладно, пойдем. Ну а хер ли ты хотел? Ой, блядь. Какого хера, спрашивается? Они, сука, просто броневые, блядь. Просто броневые. О, ништяк. Давай, давай. Ладно, ништяк, я успел его. Есть. Бежим нахуй. Блять, да иди ты в жопу, слышь?
Блять, он бежит сюда. Блять! Да как так-то? Сука! Он, скорее всего, еще с моими отголосками был пидорас. Тут, короче, очень-очень жестко. Прям ух. Да ты чё, блядь? Вот это вообще в лёд. А второй как будто тяжелее. Давай, давай, сходи. Вот этот удар его, блядь, великолепный, да. Нога, которая хуй вернешься. Ну и сучара вонючая, сука. Тварь. И с них, сука, не падают пузырьки. С них падает вонючая какая-то хуйня. То есть два одинаковых осколка, конечно, кровавика, это хорошо. Но хули мне с этим делать, скажите мне. Сейчас. Вот, вот сейчас, блядь, хули мне делать. Охуенно. Вообще классно. Все круто просто. Как говорится, пацаны вообще, ребята. Мешки ебаные, сука. Заебали эти мешочники, реально. Все, ладно. Аккуратнее, аккуратнее. Как обычно, все аккуратно будет. Сейчас мы их завалим. Иди сюда. Давай, раз, два, три. Уже получилось ноги, блядь. Очень замечательно. Вот так вот. Почему я не могу с тем так сделать, я не понимаю. Вот и все. О, опять два одинаковых осколка. А еще стоит тварь эта. Так, ладно, дальше. Там кабан, я помню, да-да-да, был. Издеваетесь, блядь. Не, ну ты не поднимешься явно. Сука. Так, сюда пока не пойдем, там некуда особо.
так это сюда. Раз. Хватит, блядь, махать своими ногами. Дайте, блядь, пузыречек один. Хотя бы один пузырек крови, пожалуйста. Я, блядь, вас умоляю. Сука, я на что? Блять, ты прибежала тоже. Опять два одинаковых доебанности. Я на что должен просто это существовать тут? Мы сейчас вернемся вот здесь назад. Вот здесь встанем наверху. Возле фонаря. И, короче, закончим серию на этом. В следующей серии пойдем дальше. Что, с нулем отголоска? Ой, с нулем, блядь, пузырьков. Это, конечно, очень охеренно. Ну все, всем спасибо за внимание. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.